И я помню, что работал на предприятии, а раздевались в одной раздевалке. Домой прихожу, говорю, что от тебя так куревом воняет, жена? Что от тебя так куревом? А я уже и не слышал. Я уже принюхался. Вот тот дым коромы сломано уже как бы, а вот этот вот запах уже не слышишь. Держали свиней мы когда-то. Пойдешь, думаешь, да на минутку, я там чуть-чуть только это, выходишь, ты что, в свинарнике был? Понимаете, если на нас обращают внимание, говорят, а что с тобой случилось? Не ходил ты в церковь? Да тебе как-то пахнет по-другому. А ты по-другому как-то реагируешь, ты говоришь по-другому. Это вот то, в чем мы пребываем. Пребываем в Доме Божьем, мы будем напитываться то, что исходит от Бога. В словах, в делах. Вот. Не воздавайте злом за зло, прощайте, благословляйте. Это то, что дает нам Библия, Бог дает, это Его воля такая. Вот мы и напитываемся. Нет-нет, да и выскажем какое-то слово библейское. Нет-нет, да и как-то вернем какое-то изречение. Почему? Да потому что мы впитали его уже. Мы ж не сидели даже, не учили, правда ж? Но он, да я заучу. Вот. Ну, кто-то, может, и учил. Это хорошо, это здорово. Но оно как-то оседает там в слуху нашем и в сердце. И потом раз и воспроизводится. Вот, словами, делами нашими. Это нормально, это следствие того, где мы бываем.